Всем привет! Мы сегодня готовим вкусную рассыпчатую перловку с овощами. Берем емкость 3 литра, плиту включаем на 6. У нас будет блюдо без мяса, поэтому мы чуть-чуть добавим масла. Высыпаем, это одна крупная морковь или две средних, одна большая луковица и немножко обжарим. Мы слегка обжарили морковку с луком. Сейчас добавим зубочек чеснока, мелко порезанный. Еще раз перемешаем. Мы высыпаем 1 стакан перловки, перловая крупа, сухая, незамоченная. 1 большая паприка и штук 10 помидор мелких. Заливаем 2 стаканами воды. Порция крупы и воды 1:2. Теперь можно добавить все специи по вкусу и желанию. Соль. Добавим специи МЦ. Ароматного перца обязательно. Чуть-чуть перемешаем, чтобы специи были в воде. Закрываем турбокрышкой. Плиту переключаем на А, будем готовить на автомате. 2 раза нажимаем на правую кнопку и левую убавляем до 3 минут. 3 минуты, программа Турбо. Плиту выключаем на 0, аудиотерм убираем, выключаем и даем постоять на выключенной плите и подождем, когда откроется крышка. Прошло время, крышка легко открылась. Перемешиваем. Такая вкусная, рассыпчатая и ароматная перловка получилась.